Приветствую вас. Ну, давайте разбираться. Значит, нету секса с женой. То есть вы говорите, что не хочет. А раньше я хотела. Вы же женились, создавали семью. Вы же как-то жили вместе. Встречались, наверное, с ней, ну, до того, как все это начало происходить. Она хотела, получается, а потом, вот сейчас, вдруг, перестала хотеть. Или как? Что произошло? Давайте сперва, прежде чем думать о том, что можно сделать и как вообще себя вести, развод или изменять настроение, давайте сперва подумаем, вообще, что произошло, собственно говоря. То есть, если ситуация, например, такова, что какие-то, ну, там, какие-то события в вашей жизни произошли такие, что, ну, что ей перестал хотеться секса, то, может быть, стоит сперва подумать о том, как можно было бы эти события исправить, ну, то есть их вот эффект такой негативный, как можно было бы исправить. Это же куда более, скажем так, ну, куда более реально, чем то, что вы предлагаете. Вы-то предлагаете сразу развод или расставание, то есть радикальные методы вы предлагаете. Вот, ну так, как бы не нужно этих методов. Знаете, если женщина говорит, что она не хочет секса, значит, она не хочет секса с вами. Вот, и это значит, что она, в общем-то, просто зажимает себе желание. То есть что-то произошло, что ее от вас отвратило. Вот. Я не знаю, конечно, что произошло, я не знаю. Вот. Но знаю, что произошло, потому что женщина, что она тоже человек. Вот. И я более чем уверен, что как любой человек, она хочет секс. Это нормальное желание. Вот. Значит, тех, кто не хочет секса, не бывает. Бывают те, кто говорит, что не хочет. Вот женщина, например, она как раз таки очень часто говорит, что я не хочу, но в действительности это означает, что я хочу, просто не так, и вообще мне нужно совсем другое. То есть у женщин секс — это эмоция. Это не физиологическое возбуждение, как правило. Значит, эмоционально ваша жена оказалась выбита. Выбита из колеи, например. Оказалась выбита из зоны комфорта. По какой-то причине. И так далее. Вот. Почему? По какой причине она оказалась выбита из зоны комфорта? Это уже вопрос другой. Это уже надо решать, это уже надо разбираться, это уже надо смотреть, анализировать, что происходило в вашей жизни, почему так. Понимаете, это другой вопрос совсем. Это не такой вопрос, который можно взять и разрешить сразу. Поэтому спешить не стоит, лучше психологу приватно напишитесь, вот, к любому из наших экспертов, вот, и поработайте с ними пару консультаций, проведите, рекомендации послушайте, попробуйте их в жизни притворить. Вот. И может быть получится, глядишь, может быть что-то изменится, может быть захочет жена секса. Ну, вот. Например, попробуйте выехать куда-нибудь на природу, там, скажите ей, давай вот побудем вдвоем и все. Или попробуйте проявить свою силу мужскую. То есть сказать, что я вот все решу, ты вообще отдыхай, я вот сейчас все сделаю, например. Вот.
Или подумайте, что вообще ей можно было бы, что ей приятно, что ей нравится и так далее. Вот вы говорите, что что перепробовал все. Она за свое. А что перепробовал все? Что именно вы перепробовали? Вы что-то перебирали. А что именно-то вы перебирали? Непонятно, что именно вы перебирали. Понимаете? Это, ну, это такой вот момент, довольно важный, на самом деле. Значит, ну, кто-то говорит, это... И говорит, что ей в жизни сказать не нужен, это неправильно, это ложь. Это считает, что она обманывает вас, просто боится, что вы ей не поверите. Вот. Если изменять, конечно, не вариант. Только если уж совсем не моготу будет, да, если вот вы там с психологами поработаете, попробуйте какие-то варианты, ее к психологу тоже пригласите обязательно. Вот, если вот в результате всего этого ничего не получится, тогда вы скажете ей, ну, дорогая, вот, знаешь, я тебя люблю, но мне хочется секса, как бы, если ты мне его не даешь, готова мне его давать просто? То есть, ладно, ты не хочешь мне, готова давать его, если любишь меня? Вот, если нет, то, соответственно, прости, я, наверное, буду изменять, вот, или давай разведем, ты как ты хочешь, потому что, ну, без секса, это невозможно, это правильно, вот. С другой стороны, вы ничего не говорите о чувствах ваших. То есть, любит она вас или нет? Любите вы ее или нет? То есть, вообще, сперва нужно попробовать что-то исправить, сперва нужно проанализировать, почему она стала так говорить, с чего все началось, а дальше уже смотреть по ситуации. Развестись всегда успеете, изменить тоже, в принципе, всегда успеете. Это, знаете, нехитрое дело. Это нехитрое дело, а человека вот так вот, любимого от себя отдалите, близкого человека, а потом будете переживать. Вот. То есть, ну, можно же, например, хотя бы на первое время, вот, допустим, если договоритесь, что вы будете с психологом работать, она будет работать тоже, договориться на первое время, что, допустим, ну, пока вот вы этот вопрос решаете, договориться о том, что она просто с вами на секс соглашается. Ну, не, ну, вот не хочет, но все равно пусть вас хотя бы удовлетворяет. Но это же справедливо. Мне кажется, справедливо. Опять же, если она вас любит. Если она не соглашается и на это, то значит ставит вопрос о том, а любит ли она вас. То есть как-то глупо надеяться, что взрослый мужчина, не получая секса от своей женщины, будет с ней. Но только если этот мужчина сам не спровоцировал эту ситуацию. Знаете, ну, это вот нужно понимать, что скорее всего все это происходит в браке, это после драки, в этом, за это ответственны оба супруга, и вы наполовину, вот, и то, что происходит сейчас, это тоже наполовину ваша ответственность, вам нужно понять, в чем ваша ответственность, и сделать все, чтобы вот со стороны своей ответственности показать своей жене, что вы готовы что-то делать, готовы что-то исправлять, что-то менять, готовы бороться за ваше счастье. С другой стороны, вопрос, почему вы сомневаетесь. Если вы говорите, что все перепробовали и уже не знаете, что делать, то логично предположить, что вам нужно было бы перечислить все, что вы делали. А вы этого не сделали, вы не перечислили. И получается так, что непонятно. Получается так, что вы не уверены в себе. И возможно, женщина это чувствует, что вы не уверены в себе. И отсюда у нее желание пропадает с вами, например, в интимную связь вступать. Знаете, в чем дело? У женщин секс в голове, это эмоции, это эмоции, это не физиологическое возбуждение, как у мужчин, чисто. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если
вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Надеюсь, что ситуация разрешится должным образом. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.